Иван Ситников давно и бесповоротно влюблен в свой родной город и всю жизнь стремится узнать как можно больше нового и интересного о Сарове и его истории. Своими находками он делится с нашими зрителями в серии авторских программ «Исторические очерки». Когда Иван Иванович узнал о конкурсе «Лучший гид России», сразу решил принять в нем участие. При этом подчеркнул, делает это не из тщеславия и не в гонке за призами и признанием. Цель его очень проста – рассказать о Сарове так, чтобы жители страны полюбили город так же, как любит его он сам. Город у нас закрытый. Не все сюда могут приехать, поэтому очень хотелось бы, чтобы наш Саров они любили и издали. Пользуясь вот этой видеокартинкой, чтобы они совершили такой виртуальной экскурсии по нашим красивым местам. На конкурс экскурсоводы должны представить двухминутный ролик о достопримечательностях родного города. Иван Ситников решил рассказать немного об истории Сарова, пригласив зрителя в путешествие по самым живописным его местам. Храмы и монастырь, историческая застройка и новые районы. Не имея возможности физически побывать здесь, россияне смогут увидеть Саров во всей его красе. Хотелось бы в течение двух минут сжато отразить всю его историю, начиная с Сарыклыча и заканчивая ядерным центром. Вот я надеюсь, что у нас необычная, славная история не забудется, но я вдвойне надеюсь, что у нас будет не менее славное будущее. Работы на конкурс принимаются до 20 августа, после чего профессиональное жюри, а также телезрители и радиослушатели выберут победителей в 5 номинациях. Посмотреть все ролики и экскурсии можно в официальной группе Российского географического общества ВКонтакте. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».